Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире 12-е заседание Национального собрания Республики Западной Армении. Запущен проект «Арцахскризис.Инфо». Признала ли Россия геноцид, совершенный против армян? Помощь беженцам – это миссия Шант. Глава МИД Кипра почтил память жертв совершенного против армян геноцида. Состоялось заседание комиссии по демаркации государственной границы. В Марселе установят памятник Соломону Тейлеряну. 6 марта на онлайн-платформе Skype состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западной Армении 3-го созыва. Со вступительной речью выступил первый президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян, представив как президент Республики Западной Армении ход судебных дел, возбужденных против Баку. Заседание продолжила председатель Национального собрания Нелли Арутюнян, представив поправки к внутреннему регламенту Национального собрания, которые были утверждены депутатами. В ходе заседания был представлен порядок подготовки и представления программ, которые могут быть представлены фондом. Текущая тема Национального собрания была «Алматинская декларация». Участники обсудили текущие актуальные вопросы. Когда мы спрашиваем, признала ли Россия геноцид, совершенный против армян, мы говорим не только о властях, но и о многонациональном народе Российской Федерации. Большая армянская община, проживающая в России, также является ее частью. И с ее представлением должны решаться проблемы, связанные с сохранением памяти и требованием справедливости в отношении упомянутых событий. Сегодня в контексте русофобии необходимо ответить на вопросы, почему Россия в различных исторических ситуациях занимала не армянскую или антиармянскую позицию. Смогли ли армянские лидеры избежать опасности со стороны России, чтобы было понятно, в какой степени эта политика может повториться? Первая мировая война и позиция России по отношению к армянам. С началом Первой мировой войны армянские организации развернули движение по набору добровольцев в русскую армию для борьбы с Османской империей. Армянская элита надеялась, что присоединившись к союзникам и сражаясь в их войсках, в случае победы они предоставят независимость Западной Армении. В составе российской армии были сформированы отряды армянских добровольцев численностью от 5000 до 8000 человек. Также после 1916 года легион армянских добровольцев был сформирован во французской армии. 1 ноября 1914 года открылся русско-турецкий фронт. Русская армия, в которой сражались 5 отрядов армянских добровольцев, в январе 1915 года в битве при Сарикамыше одержала окончательную победу над османской армией. Командующим турецкой армией был военный министр Османской империи Энвер Паша, который едва остался в живых и вернулся в Константинополь разгневанным, обвинив в своем поражении армян. Российский обозреватель Юлия Латынина пишет: «Как и все командиры, потерпевшие поражение, вернувшись в Константинополь, он заявил, что поражение произошло из-за предательства. Меня предали» – любимая фраза неудачливых командиров. Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. Несколько дней назад был запущен проект «Арцах-кризис.Инфо», представляющий историю Арцаха и конфликта. Авторы идеи – два армянских дизайнера, продукт-дизайнер Энни Овсепян и Артем Милитонян, проживающие в Финляндии. Идея создания лонгрида по Арцаху зародилась еще в прошлом году, во время блокады. Артем связался с Энни и сразу очертилась перспектива проекта. Для реализации проекта была собрана внушительная команда, в которую вошли Рита Макарчан, главный редактор Армянского музея в Москве, Манет Атулян, дизайнер, кандидат философских наук, отвечавшая за тексты и истории, и Мамвел Асатрян, который отвечал за исследования и консультации. Первоначальная идея проекта заключалась в формировании мира о событиях, происходящих в Арцахе. Однако после того, как ситуация резко изменилась и началась война, старт было решено отложить и включить в проект и последние события. За фотографиями обратились более чем к 10 фотографам и картографам, большинство из которых согласилось помочь. Была проделана огромная работа, прочитаны сотни страниц и выслушаны десятки историй. Точную информацию и фотографии о 44-дневной войне 2020 года также можно найти на сайте. Целевая аудитория США и Европы, где об Арцахе мало кто знает.
родившийся и выросший в Америке, Шан приехал в Армению до войны в 2020 году. Посетив живописные места Арцаха, осознал, что Мартуни обладает особой притягательностью. Семья обосновалась в Мартуни и выучила местный диалект. Семья оказывала помощь семьям погибших на войне 2020 года. Имея возможность в дни блокады покинуть Арцах при помощи Красного Креста, семья предпочла остаться и продолжить работу. Разочарование, пережитое после войны 2023 года, не сломило дух, а воодушевило заниматься патриотическим делом и способствовать, чтобы армяне оставались на родине. При помощи гуманитарного фонда «Лорик», созданного Шантом, 6 семей, вынужденно перемещенных из Арцаха, уже обеспечены постоянным местом жительства. После войны мы поняли, что жители Арцаха, приехав в Армению, имеют большие проблемы с жильем. Если мы желаем, чтобы жители Арцаха остались в Армении, то мы должны попытаться в меру своих возможностей помочь им жильем, используя все возможное, чтобы люди оставались в стране. Это 6-я семья, которую мы смогли обеспечить постоянным жильем. Для меня очень важно, чтобы мы сохранили наши святыни, наш диалект, сообщил Шан в беседе с журналисткой Татавик Азизян. Министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбус посетил мемориальный комплекс Цицерна-Каберт и почтил память жертв совершенного против армян геноцида. Главу МИД Кипра сопровождал заместитель министра иностранных дел Восточной Армении Паруир Ованесян. Константинос Комбус возложил венок к памятнику жертвам геноцида, возложил цветы к вечному огню. Затем министр посетил музей-институт геноцида. На границе между Восточной Арменией и оккупированным Арцахом 7 марта состоялось 7-е заседание Комиссии по демаркации и безопасности государственной границы между Арменией и Азербайджаном под председательством заместителя премьер-министра Восточной Армении Мегера Григоряна и заместителя премьер-министра Баку Шахина Мустафаева. Согласно сообщению, опубликованному Министерством иностранных дел Восточной Армении, стороны обменялись мнениями по вопросам делимитации границы и приступили к согласованию проекта положение о совместной деятельности Комиссии по делимитации и охране государственной границы между Арменией и Баку. Стороны договорились в короткие сроки завершить согласование проектов положения о совместной деятельности Комиссии. Стороны также договорились назначить дату и место следующего заседания Комиссии. В Марсельском районе Бомон 15 марта состоится торжественное открытие памятника армянскому участнику армянского национального освободительного движения народному герою Согомону Тейлеряну. Согомон Тейлерян 15 марта 1921 года застрелил в Берлине Талат Пашу, одного из организаторов совершенного против армян геноцида. Согомон Тейлерян родился в 1896 году в Багариче, Западной Армении, где получил начальное образование. Учебу продолжил в Центральном училище ЕРЗНК. После окончания учебы в 1913 году переехал в Сербию. 15 марта 1921 года Соломон Тейлерян стреляет Талата на улице Харденберг в берлинском районе Шарлоттенбург, после чего его арестовывают. Однако 2 июня 1921 года немецкий суд оправдал Соломона Тейлеряна. Тейлерян жил в столице Югославии, Белграде, по адресу улица Далматинская, 70. После 1945 года Тейлерян переехал во Фресно, США, скончался 23 мая 1960 года. В завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Դարնան զորե հայ հիշողության դիմաց Այն ինչ մեկ տեսանք դուք չտեսնեք Հանկարծ երկիր, երկիր Քո ցավը հին Որ դաս լինի մեծաց Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!